Доброе утро. У нас карта дня 8 ноября. Сегодня у нас понедельник, и нам выпадает королева воздуха. Карта говорит, что если до сих пор вы чувствовали себя стесненными, зависимыми от кого-то или от чего-то, то сегодня у вас может появиться возможность принять правильное решение и от всего этого освободиться. У вас появится возможность обрести или сохранить свою независимость, самостоятельность, но также вам может потребоваться консультация специалиста. Королева воздуха – это специалист высокого уровня, это может быть государственные посты, работа во власти, судья, адвокат, нотариус, может быть преподаватель или женщина-врач-хирург, который поможет вам или от чего-то избавиться, освободиться, или решить какой-то трудный вопрос. Хорошего вам дня!